Всем привет! Сегодня прокатимся по Таймыру, потому что у меня маленькая техника достала, которая для разведки предназначена. Вот слишком больно они непроходимы. Поэтому сегодня мы покатаемся, заберем сразу два БТРа. То есть для начала мы возьмем любую технику с хорошей проходимостью. Но я возьму пока свой модифицированный колоб. Так, сразу поставлю на него. Так, где эта хрень? Да, вот она. Сейчас мы выполним два задания. И после этого поедем на другую карту, которую мы сквозь проедем. Затем попадем на следующую карту, где будет стоять первый БТР. Потом вернемся и поедем на другую карту, где будет во враге валяться второй БТР, его надо будет отремонтировать и отпарковать. И так мы образом получим сразу два БТР. Ну что ж, начнем. Сначала возьмем задание. Танка Oil. Первое задание у нас будет разведывательные работы, а после него откроется задание за горизонт. Так, все, берем задание. И погнали свыркать точки. Так, вот все, мы приехали на первую точку. То есть вот она сигналит, стоит у нас. Первая точка находится аж вот здесь. И начинаем сканировать. Отлично, одну точку сделали. Теперь поедем на другие. Итак, мы прибыли уже на вторую точку. То бишь, она находится аж вот здесь внизу. То есть, вот он гараж. Вот тут вот деревушка. И вот здесь вот находится вторая точка. Замечательно, осталась одна точка. Она будет находиться где-то в этой области. Вот мы сейчас туда и поедем. Так, все, мы доехали до третьей точки. Она находится аж вот здесь. Тоже между двумя точками и здесь. То есть, если так посмотреть, то грубо центр карты, но на краю, слева. Отлично, выполнили. Так, следующее наше задание будет также танго. И вот оно, за горизонт. Так, металлическая балка одна штука, запасные части две штуки, грузовой контейнер одна штука. Принять. Итак, все, последнюю деталь я доставил. Теперь у нас открылся проезд. Так, тут где он? Ну, короче говоря, да ё-моё. Он за этой вышкой там. Он теперь разблокирован. То есть сейчас мы телепортируемся в гараж, переэкипируем колоба. И прямо на сквозную будем проезжать. Итак, мы на карте карьер, то есть ее можно просто так вот насквозь проехать и на другой карте просто в лесу забрать БТР. Но на карьере мы задержимся по причине, то есть вот здесь вот такая вот маленькая скрытная дорожка есть, уходит вверх, вот сюда. Это дорога на другую карту, где будет еще один БТР, который будет валяться во враге. Вот туда мы сейчас и отправимся. Так, все, мы подъехали. Вот он, этот поворотик. Невооруженным глазом его заметить, это, скажем так,
на карьере сложновато. Потому что на дорогу он совсем не похож. И участок дороги здесь полный кошмар. Так, надеюсь, этот не грохнулся. Нет, грохнулся. И вон он переезд. О, еще и улучшение нашел. Блеск. Итак, со второго дубля, конечно, мне получилось проехать. Опа. Как говорится, в этом деле помог мне трос. Так, вот если мне память не изменяет, то он должен валяться где-то вот в этой области. Но это мы сейчас туда и отправимся. Ну, заодно и точки пооткрываем. Итак, я пока открыл только первую вышку, и, кстати, вот он. Вот он, БТР. И вот на него задание. По-моему, бюро находок, вроде бы оно. Вот к нему мы сейчас и отправимся. Да, мне как раз парят дорожки. И я как раз к нему и выйду. Так, все, я подъехал. Вон он, БТР валяется, как я и говорил. Берем задание. Сразу следить. Вот тут буксировать его. То есть сейчас мы его будем вытаскивать. Вот зараза. Все равно не достаешь, зараза. Так. Бык-бык-бык-бык-бык-бык. Тихо. Болец, там еще и камушек. А какая сволочь вот туда положила? Так, достаешь? А давай-ка вот так вот зацепим. Как ты достаешь? Так, теперь осталось его только отремонтировать. Ну и заправить, если можешь. Так, ремонт. Что, типа далеко стою, что ли? Стоять. Ага, далеко стоял. Так, поехали. Колеса у тебя целы, целые. Значит, тебе вот это чинить надо, вот это починить и вот это починить. Все, остается только заправить. Так, заправить. Нет, спасибо. Так, в багажник пока не буду, давай-ка я отсюда. Все. Он наш теперь. То есть все делается вот так. Вот и все. Первый БТР у нас в строю. Вот, наверное, на нем мы сейчас и отправимся за вторым БТРом. Да. Так, все, я перебрался на карту карьер. То есть вот он, этот поворотик. Так, теперь мне надо выйти на дорогу, чтобы пройти ее насквозь. Либо вот этим маршрутом, либо тем. Наверное, давайте попробуем вот этим маршрутом выехать. Так, все, я доехал до конца. То есть вот тут переход на другую карту. То есть
Как я и говорил, то есть можно просто на сквозную ее пройти. Правда, тут будет завал, точнее вот здесь вот. То есть вам лучше будет вот так вот объехать его и все. Так, ну а мы поехали дальше. За вторым БТРом. Так, мы сейчас здесь, а ВТР у нас будет вот тут, в лесочке. Ну, заодно и вышку откроем. Ну, погнали! Так, все, мы подъезжаем. Так, ну что мне там? А, понятно, я на камешек. Сейчас мы подъедем эти камешки. Так они достали уже. Тихо ты. Да, ко мне куча. От зараза все равно на камень сел. Все равно наши дела. Так, а второй БТР где-то в этом лесочке должен стоять. Да, он вот здесь вот будет, то есть сюда ехать. Вон он. Я его уже вижу. Вот он стоит. Вот теперь у нас два БТРа. Вот такие пироги. Ну, кому это видео было полезным, всем спасибо за просмотр. До встречи.